Заболела спина, и вы готовы купить разрекламированное средство только чтобы уменьшить свои муки. Не спешите. Сделайте громче. Сегодня под прицелом Космодиск. А у меня в гостях Тарас Шпира. Здравствуй, Тарас. Привет, Наденька. Ты с Космодиском? Да, я с ним. У тебя спина болит? Ты знаешь, у меня, слава богу, спина не болит, чего и вам желаю. Но есть у нас друзья, которые постоянно жалуются на то, что у них боли в спине. И вот так во время одного приступа увидели рекламу этого чудоустройства. И сразу же, Тарас, давай разберемся. Мне кажется, вот такая вот штука и для профилактики хорошо, и все проблемы со спиной устраняет. Я решил поинтересоваться, что обещают в рекламе. Боль в спине уйдет, и стоит это всего каких-то 699 гривен. Посмотрим, как же выглядит телевизионная реклама. Давайте. Космодиск – дуже простий пристрій. Ви бачите, з одного боку він має таку ребристу поверхню, і цією ребристою поверхнею він обіймає ваш хребет і м'яко натискає по всій довжині хребта. Що це викликає? Розслаблюються м'язи, знімається м'язовий спазм. Це приводить до зменшення болю, покращення мікроциркуляції крові. На офіційному сайті виробники обіцяють, що завдяки м'якому масажу Космодиск створює тиск на міжхребетні ділянки, покращує кровообіг. Він частково або повністю усуває біль у спині та попереку. Деякі люди помічають поліпшення стану вже після декількох годин носіння. Іншим потрібно більше часу, приблизно 3-4 тижні. Якщо ви не отримаєте очікуваного ефекту після 3-4 тижнів щоденного використання, ви можете повернути його та отримати гроші. Ну, в принципе, все обещания вполне разумные, и это то, в чем нуждается каждый человек, у которого болит спина. Есть у меня привычка все проверять в интернете. А много людей писали о том, что ни пользы, ни вреда. Может быть, кто-то из вас покупал Космодиск? Два человека уже приобрели этот прибор. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях после использования. Я приобрела этот прибор, носила пару месяцев, но боли не прекратились. Спасибо. А вы что расскажете? Я приобрел этот прибор по акции. Мне обошлось это немножко дешевле, чем 700 гривен. Но когда я пришел домой и примерил его, то я его смог проносить в течение получаса. Это, наверное, максимум. Потому что где-то давило, где-то натирало, где-то пережимало. У меня спина не очень широкая, но тем не менее я еле-еле смог натянуть, и через полчаса просто крепление с одной стороны разорвалось. Я его просто выбросил, в общем, в мусорник. Это выброшенные деньги абсолютно. Ты знаешь, люди иногда просто неправильно пользуются чем-то, а потом считают, что этот прибор или средство неэффективно. Может быть, и в данном случае это тоже так? Ты знаешь, я также подумал о том, что просто неправильное использование. Поэтому провел эксперимент. Но об этом мы с вами поговорим немного позже. Сейчас предлагаю его рассмотреть. Давай. Итак, открываем. Очень простое устройство. Это часть первое приспособление. И это отдельно на поясницу. На ощупь это как плотная достаточно резина. Да, плотная резина. Цвета. Есть еще инструкция. Угу. Я предлагаю тебе сейчас, дабы не быть голословными, сразу протестировать возможности этого устройства. Чтобы было более объективно, я предлагаю кого-то из наших гостей в зале к нам присоединиться. У кого побаливает спина? Есть... Кто хочет протестировать этот прибор? А есть добровольцы? Пожалуйста. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Елена. Лена, бывает, что спина болит? К сожалению, да. И что вы делаете в таких случаях? Как себе помогаете? Лежу. А вы готовы сейчас протестировать и поделиться своими впечатлениями? Вполне. Я предлагаю вам для чистоты эксперимента вот такую вот повязочку повязать. Вам а помочь? Зачем? Ну, мы будем использовать два устройства. И чтобы вот как визуально вы не могли их отличить, мы предлагаем вам вот такую вот милую повязку. Давайте. Можно? Да. А вы нам расскажете о своих ощущениях. А я пока инструкции как парашют полюбуюсь. Или как рюкзачок. Одеваем. Я не вижу, одевайте. Так, одеваем здесь. Прошу прощения. Здесь. Так, так, так. Оп. Сразу разлетается наша система. Потянул немного и сразу выскочила. Надя, вот как это называется? Ну, может быть, ты очень сильный, поэтому ну, сразу да, выскочил. Наверное. Так, хорошо. В рекламе говорится о том, что одевать его можно и на одежду. Вот удобно вам? Потянул, хорошо? Ну, не знаю, пока я его что-то не очень ощущаю. И здесь также нужно, с вашего позволения, да. Повернитесь ко мне немножко, также зафиксировать.
Ну, в принципе, не так уж сложно, если разобраться. Ну, пока все сложно. Как в рекламе. Да. Я затянул максимально. Мне кажется, даже уже до неудобства в плечах. Нет, и... К сожалению, да. Но вы чувствуете на позвонке вот эту полоску? Нет, абсолютно. И сейчас я предлагаю вам снять этот космодиск и предложить вам улучшенную версию данного прибора. Мне очень, очень важна ваша оценка. Должна быть разница, да? Должна быть разница. Я достаю то устройство, которое ученые, заново изобрели. Смотри, тут даже он и выглядит солиднее, повеселее. Видно, что разработка вот во всех вариациях. Не один год ученые трудились над этим, потому что, ну, 20 лет нельзя же одно и то же продавать. Серьезное дело. Поэтому, с вашего позволения, рука. Вот, да? Да. Вот, аккуратненько. Раз. Здесь. Вот. И, пожалуйста, так. Так. Здесь у нас на плечо. Очень хорошо. Здесь фиксируем. И затягиваем. Очень как ощущение? Пока слабенько. Пока слабенько. Сейчас я поправляю. Мы сейчас подтянем еще здесь. Как ощущение? Так же, как предыдущие, или как-то по-другому? Ну, несколько отличаются. Мне пока сейчас трудно уловить. Вроде бы немножко лучше, плотнее. Немножко плотнее, да? Вот в особенно вот здесь, где шейные позвонки. Да, да, кстати, да. Да? Да, и чувствуется на позвоночнике вроде как эффект массажа. Спасибо большое. Я, с вашего позволения, теперь развяжу глаза нашей участницы. И сейчас вам продемонстрирую то чудо-устройство, поднимите, пожалуйста, ручку, которое вы в качестве улучшенного тестировали здесь, в нашей студии. Улучшенная версия прибора. Это собой являет не что иное, как шипы от велосипедной шины, которую я вырезал, да, наклеил это все на магнитную ленту и использовал широкую резинку для трусов, друзья. Как сказала нам Елена, друзья, вы это заметили, эффект практически такой же. И вопрос, еще к тому же шина даже немножко лучше массирует. Вопрос, зачем платить больше? Я понимаю, о чем ты говоришь. Космодиск намного дороже, но по сути, по ощущениям Лены, которая нам помогла... Очень близко. Да. Очень близок от вот этого самодельного прибора. Лена, спасибо вам огромное за спасибо помощь. Огромное. Возвращайтесь, пожалуйста. А наш серьезный разговор продолжается. Мне хочется хоть как-то защитить средства. Давай, от защищай. Боли в спине. Это же разработка. И внешне это не совсем похоже на самодельный прибор, который ты так любезно предоставил. С этим вот прибором я обратился на кафедру производства приборов приборостроительного факультета Национального технического университета КПИ. И вот этот вот прибор мне специалисты просто взяли и разобрали по косточкам. Давай посмотрим на их оценку. Конечно, давай. На цій кафедрі вже 50 років розробляють медичні прилади. Всі найсучасніші проекти лікувального обладнання були виконані фахівцями саме цього інституту. Розроблені на кафедрі прилади використовують у науково-дослідних інститутах Національної академії наук України. Але такий дивоприлад для лікування спини вони бачать вперше. Ми бачимо, що... Вот эти вот резиночки от трусов, они совершенно не держат. Тем более, если это рекомендуется носить во время физических упражнений, ходьбы, даже во время сна, обязательно вот эта вот часть перекосится, и вот это тоже. И на какие точки это все будет нажимать, это одному Господу Богу известно. Нет совершенно никаких технических характеристик. Из чего состоит? Что за материал и так далее. Потом они пишут, что у них патенты, но номер патента и страну, в которой запатентовано это приспособление, они не указывают. Невозможно проверить, так ли оно. Інший експерт ще більше був здивований тим, що прилад, який розроблений для покращення здоров'я людини, абсолютно не враховує геометрії тіла. Він повинен бути, був би, от такої форми, для того, щоб центральна частина притискалась до хребця людини. Наразі цього не відбувається, тому що він під дією розтяжки, він просто лягає рівно. Як наслідок, на спині людини, от в цих частинах, зліва і справа, відбувається просто наростання гематом. Тут є дуже підозріла ситуація стосовно продукції. Наприклад, золота медаль Брюссель, 91-й рік. Золота медаль, 91-й рік. Ну, чесно кажучи, в мене як у дослідника викликає підозру низка цифр 91-й рік. Все одночасно купою зроблено. Я вважаю, що це щось таке, якась підробка.
Ты видишь, специалисты по-своему взглянули на это средство для снятия боли в спине и не нашли ничего, что могло бы эффективно помочь. Я обращаю твое внимание вот на вот эти золотые медали. То, что меня удивило больше всего, и то, над чем я достаточно серьезно поработал вместе с нашими журналистами, что за «Оскар» в Брюсселе 1992 года. Да. Ребята, я в любых источниках нашел только одно свидетельство того, где могут выдавать «Оскар». Американская киноакадемия. Все. Хорошо, пусть без наград, но это все-таки прибор, который люди покупают. Может быть, он все-таки может снять боль в спине? Я нашел на форуме желающих приобрести этот прибор, предложил им абсолютно бесплатно поучаствовать в эксперименте. Они его просто носят, делятся впечатлениями. Давайте посмотрим вместе. Дмитро працює архітектором. Сидяча робота зруйнувала здоров'я чоловіка. І вже 4 роки Дмитро страждає від гострого болю у спині. То утихає боль, то опять, як погода міняється. Чоловік через роботу не міг знайти часу на лікування. І тому шукав простий спосіб, як зробити це без відвідин лікарні. Побачивши рекламу дивоприладу, який лікує спину, він повірив, що це саме те, що допоможе вирішити його проблему зі здоров'ям. Проще взять это устройство и пролечиться самому. Поскольку в рекламе обещают положительный результат, почему бы им не воспользоваться? У домогосподарки Ольги проблеми зі спиною почалися після народження другої донечки. Обох дівчат молода мама мусила носити на руках. Як результат, Ольга зірвала спину. Болит, йдуть якісь простріли, німіє, дискомфорт. Також воно спускається ніже, от по позвоночнику. Діти забирають у Ольги весь вільний час, отож на власне здоров'я його просто не вистачає. Ольга не вважає, що її проблема зі спиною настільки серйозна, щоб неможливо було її вирішити без лікарів. І в рекламі, в принципі, так все подробно об'яснили, мені подобалось. Я вирішила поносити цей прибор. Ми запропонували Дмитру та Ользі безкоштовно поносити прилад протягом 30 днів, як зазначено в рекламі, аби перевірити лікувальну дію. Але перед тим, як проводити експеримент, наполягли на тому, аби наші герої пройшли повне медичне обстеження. І з результатами аналізів і рентгеном Ольга та Дмитро пішли на консультацію до Інституту травматології та ортопедії Національної академії наук. У мене ваші знімки. Має місце остеохондроз поперекового відділу хребта. У Ольги проблеми більш серйозні. Остеохондроз аж у двох відділах хребта. І Дмитру, і Ользі лікар призначив лікування із 5 різних процедур. Та наші герої повідомили лікарю, що збираються вирішувати свої проблеми зі спиною з допомогою дивоприладу. Це марнування часу, запущення хвороби. Тоненька смужка, вона не може щільно прилягати у всіх ділянках. Навіть розраховувати на мінімальний масуючий ефект можна, але він може теж бути вкрай-вкрай незначним. Ми вирішили поцікавитися думкою інших спеціалістів щодо цього приладу. Якщо розглядати з точки зрення фізіовоздействия цього приспособлення, повинні бути обов'язково противопоказання. Є маса заболівань, які протікають на фоні остеохондрозу. Тут це не вказано, це не медицинський прибор, це просто якийсь самодел, тому применення його в даному випадку рисковано. Він не убирає боль. Здесь нет никаких противоболевых компонентов. Он не дает покоя, то есть он не фиксирует. И третье, он не может восстановить эластичных мышц. А что же он делает? Он делает массаж. Можно ли делать массаж при хронических болевых расстройствах? Нет, нельзя. Никогда, ни при каких болевых расстройствах массаж не показан. Потому что массаж – это стимулирующая процедура, которая истощает запасы противоболевых ресурсов в мышцах. И снимая боль вот сейчас на сейчас, пока делается массаж, такие варианты есть, приближает следующую боль и делает боль хронической. Поэтому этот прибор не просто не полезен, он может вызывать хронизацию боли. Я услышал мнение специалистов, и я отказываюсь использовать это устройство. Я для себя сделала выводы, решила все-таки отказаться от этого чудо-прибора, прибегну к лечению врача. То есть, если бы каждый человек, который собирается купить это устройство, так, проконсультировался у врача, то, возможно, результат был бы такой же. Человек не просто затягивает процесс лечения, он еще где-то может даже ухудшить свое состояние, вот ничего не деланием. Но Дмитрий и Ольга получили диагнозы, то есть врач поставил им диагноз. Конкретно. Возможно, к
космодиск не помогает именно в случае этих диагнозов, но есть показания, как расслабить мышцы, снять напряжение. И в этой ситуации, если нужно именно это сделать человеку, он может помочь. В инструкции указано то, что космодиск способствует уменьшению боли, расслабляя спину и массажируя им. Да. Но не убирает кучу проблем, которые нужно решать медицински. Это как остеохондроз, межпозвоночная грыжа и так далее, так далее. Это серьезные вещи, понимаешь? Конечно. Здесь об этом ничего не сказано. Но если набрать консультационную службу и сказать, какие проблемы помогает решать вот этот прибор, ты не поверишь, что нам ответили. Вплоть до выведения солей из организма. Да ты что? Это такой абсурд, который нельзя повторить, его нужно только один раз услышать. Давай. Послушаем. Добрый день, вас приветствует Медлитр Шоп, меня зовут Алла. С целью улучшения услуг разговоры записываются, слушаю. Добрый день, меня зовут Ольга. Я хочу у вас заказать Космодиск Классик. Это возможно? Да, очень приятно, Ольга. А вы видели, что у нас сейчас замечательная акция проходит. На него скидка 30%, то есть дешевле можно купить. А вы для себя берете или для кого-то? У меня сидячая работа и часто болит спина. Врач поставил диагноз остеохондроз. Скажите, Космодиск точно сможет мне помочь? Остеохондрозы, остеопорозы, межпозвоночная грыжа, артриты, радикулиты, да просто боль в спине, он в целом справится с такими ощущениями болевыми. Это полностью механическое устройство, оно безвредно. Пару слов хочу уточнить. То есть, в принципе, вот я видела две рекламы. Одну в интернете видела, там говорилось о том, что он лечит эти заболевания. А когда посмотрела по телевизору, то о лечении этих болезней ничего не говорилось. Это разные космодиски, возможно, или это один? Космодиск, но просто разная реклама снята. Космодиск подходит и для лечения, и для профилактики. Расслабляются мышцы, выводятся соли. То есть вот он все справится с такими болевыми вот ощущениями, с этими болезнями также. А вы поносите месяц, в принципе, этого будет достаточно, чтобы были результаты. Вот эта боль проходит. Чтобы продолжить нашу беседу, я хотел бы сейчас предложить тебе послушать, как прокомментировали специалисты обещания, которые прозвучали во время телефонного разговора. Точковий масаж, як метод лікування, передбачає рефлекторну обробку певних точок. По-перше, треба знати, де ці точки розташовані. По-друге, треба знати режим, в якому їх треба обробляти. І для різних пацієнтів, для різних захворювань режим цей буде різний. Завдячуючи однієї такій пластинці, неможливо охопити всі ці точки і ретельно їх обробити. Тому ефект, якщо буде, то мінімальний. Как люди покупают, как будто бы с закрытыми глазами, прибор, который, по мнению специалиста, приносит нулевой совершенно эффект. Меня это поражает, и мне кажется, что нужно остановиться. По статистике, которая имеется на сайте, за 20 лет продано 2 миллиона таких приборов. Соответственно, 2 миллиона человек, которые были просто обмануты. Пусть не навредит, но ничем и не поможет. Не говоря уже о том, что вот эти вот крепления очень странные. С одной стороны, неудобно раскрывается, с другой стороны, они совершенно непрочные. Очевидно, что при малейшем нажатии или физической нагрузке, которую рекомендуют упражнения делать с этим прибором, это может сломаться. Ну, пластмасска, пластмасска. А резинка, ну она же как в трусах, как было сказано, она растянется как в трусах. И, собственно, все, ремонтировать их никто не будет. Мне кажется, что поскольку вот это надувательство продолжается уже долгие годы, нужно это остановить. Неужели невозможно это сделать? Мы проконсультировались с юристом. Давайте также посмотрим. Да. Они себя так ведут только потому, что знают, что это недоказуемо. Вас же никто не заставляет. Вам навязчиво предлагают. Если бы вас заставляли, ну да, тогда они действуют в рамках статьи Уголовного кодекса. А что касается его чудодейственности, ну никто же его не оценит по достоинству. Это разводняк. Хотите потратить столько денег, отдайте их кому-то, кому они действительно нужны. Но не покупайтесь на дешевую, навязчивую рекламу. Ты видишь, что получается? То есть мы даем себя обмануть. Свидетельство Министерства здравоохранения, что это средство вспомогательной терапии. То есть это не лечебное средство. Абсолютно. И никаких претензий предъявить невозможно. Только в нашем сознании мы или отдаем свои деньги или не отдаем. Но это то же самое, как купить большую марлю и обмотаться ей, или кусок ваты, только за 700 практически гривен. Да. Мы решили помочь нашим зрителям, предложить им терапию, которая будет гораздо более полезна, чем подобное устройство. Мы уже с этим разобрались. А поэтому предлагаю сейчас тебе, Наденька, и нашим зрителям серию полезных упражнений от настоящего нашего украинского стронгмена Сергея Конюшка. Он, как профессионал, пережил ряд травм, да, которые случаются в профессиональной спортивной карьере. С этими травмами он прекрасно справился, благодаря в том числе тем упражнениям, которые покажет сейчас нам с вами. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Доброго дня.
всім нашим телеглядачам. Я, як професійний спортсмен, розробив для себе комплекс вправ, які можна використовувати будь-де. Отже, перша вправа. Ми приймаємо упор на колінах, ставимо долоні на рівні грудей, тобто, щоб в плечовому суглобі був кут 90 градусів по відношенню до тулуба. Дивимося вперед, робимо глибокий вдих і пересуваємо центр ваги вперед на випрямлені руки, щоб центр нашої ваги падав десь на середину живота. В цьому положенні ми затримуємось на декілька секунд і в повільному темпі на видосі повертаємось у вихідне положення. Одна з головних методичних порад – це слідкувати за тим, щоб ваш таз не опускався на рівень підлоги. Ви завжди маєте тримати в напрузі ваші м'язи, які утримують хребет і поперек. Тобто дивимося вперед і пересуваємось на рівень середини живота, затримуємось і на видосі повертаємось у вихідне положення. Для того, щоб гарно відчувати себе з самого ранку, повторюйте цю вправу 5-6 разів. Друга наша вправа – це повороти тулуба. Вихідне положення. Лягаємо на спину. Руки заводимо в замок за голову. Згинаємо ноги і стопи ставимо на підлогу. Робимо глибокий вдих і на затримці дихання повертаємо ноги, торкаючись колінами підлоги в бік. На видоху в повільному темпі повертаємось у вихідне положення. Те саме робимо в інший бік. 10-12 повторень в кожен бік. Отже, наступна наша вправа в тому самому вихідному положенні. Лежачи на спині, тільки опускаємо руки на підлогу, розгинаємо ноги до кута 45 градусів і робимо кругові оберти ногами, описуючи коло в повільному темпі. Спочатку 10-12 разів в один бік і, відповідно, 10-12 разів в інший бік. Ця вправа розвиває як м'язи черевного пресу, так і внутрішні м'язи попереку, які дуже важливі для людей, які ведуть сидячий спосіб життя. Цю вправу бажано робити в повільному темпі, відчуваючи, як напружуються м'язи попереку і м'язи низу живота. Заключна вправа, яка виконується в положенні, лежачи на животі. Лягаємо в вихідне положення на живіт, витягуємо руки вперед і почергово починаємо підіймати праву руку і, відповідно, ліву ногу. І повторюємо цю вправу рознайменними кінцівками. На вдих ми робимо підйом, на видих опускаємо. Виконуємо цю вправу в середньому або навіть повільному темпі, на пів секунди затримуючись у верхній позиції. Повторюємо цю вправу по 8-12 повторень на кожну руку і рознайменну ногу. Ця вправа дуже гарно розвиває м'язи як нижньої, так і верхньої частини хребта, а також задіює м'язи верхньої плечової пояса. Загальноразвиваюча вправа, яка задіє також еректори спини, тобто найдовший м'яз, який утримує і розгинає хребет. А наразі це все. Пильнуйте своє здоров'я, особливо хребет, і живіть повноцінним життям. Все буде добре. С нашими экспертами мы неоднократно к этой теме обращались. Боли в спине, профилактика этих болей или как себе помочь в экстренной ситуации. И они-то, Сергей Конюшок, Игорь Обуховский показывали серию упражнений. Кстати, вы сможете увидеть эти сюжеты в разделе видео на нашем сайте dobro.stb.ua. Обязательно воспользуйтесь советами наших экспертов. В очередной раз, собрав все эмоции, впечатления, я могу сделать один вывод. Нам нужно быть очень внимательными к своему собственному здоровью, к здоровью своих близких. И не покупаться на обещания, которые ничем не подкреплены. Огромное тебе спасибо, что ты взялся за эту проблему и буквально открыл нам глаза. Спасибо тебе, Надя.